Quickly, the summit is starting. I don't give a rat's ass about the summit. But finding Jarak. Jarak? He's called Jarak? No balls, Jarak. Yeah. There are rumors. Apparently he was banished by Lysrel and he's back for revenge. If he stole the scepter, it must be so he could get into the summit. Under which skin? I'll go find who Jarak has taken the form on. And when I find him, you'll help me to corner him. After the summit? During. During? But that would be suicide. Oh, there are things way more suicidal than that. Owing me something, for example. The elves around about me have spotted something unusual. Let's bend an ear and see if we can learn something. Так, теперь надо следить за эльфами. Хорошо. Сначала мы разберемся с моими выдающимися способностями. А, так все, я просрал все очки уже. Ну и хорошо. Можно можно и не переживать особо. Так. Мне надо шпионить за какими-то эльфами. За какими эльфами шпионить? Неясно. Clan received a message. He was bragging about us. These elves are as tight-assed as a virgin in a barracks dorm. But if they've seen something, they'll be talking about it. My best chance for now is to eavesdrop on their conversations. This room was clear on this. Они еще не совсем полноценные трупы. Inside the walls of Psycho City, it stinks of one of the shapeshifters' dirty tricks. I'm gonna take a look in the Catfish Clan's quarters. I can't wait to read that message. Так, какое-то да-да-да-да, какое-то письмо. Так, а эти что тут ходят так? Они что, вдвоем будут ходить? Э? Да? Сами вон стулья, на стулья натыкаются. Так, а я могу их убивать из шкафа? Я что-то я не помню. Вот из шкафов, я могу убивать их уже или нет? Что там было в... Ой. О, кстати. Ой. Там еще рыцарь. И
из шкафов, из сундуков. Что-то я не помню. По логике вещей, да. Ничего, мы подождем. Первый как-то прямо идет, а второй подходил вроде к шкафу. Отлично. Да-да-да-да, хорошо. Рыцарь мне не нужен пока. А у меня же еще ловушки нету этой кислотной. Хорошо. Тогда посижу в кувшине. В горшке. Раз такое дело. Пойдем в шкафчик. О. Тут есть первый жетон. Это уже хорошо. Ай, особо больше ничего и не надо. А здесь? Найти письмо какое-то надо. Допрыгну я. Ой, да, легко. Легко. Здесь что? Исследуйте место. Сейчас, подожди. Сейчас все исследуем. Что здесь можно исследовать-то? Тут нет ничего. И никого нет. Что тут исследовать-то? А, сюда. Наверное. Вот оно что. Да? Подожди. Ты один там? Он там один, что ли? Как неосторожно с его стороны, если он один. Подожди, Стикс, не мычи. Так, тебя куда девать-то? Полезай в коробочку.
Нам тревоги не нужны. Это, наверное, где-то здесь. Нет? Да что ж такое? Хотят, я не понимаю. Как так получилось? Did you read the fucking mission? Or maybe you've got something better to do. Ну, извини. Я не хотел. Не ругайся только так. Я исправлюсь. Я не буду топать. Кто-то хотел сходить за письмом, кстати. Вот это Surge Place. Опять? Так. Ты у нас пьешь. Хорошо. А ты один? Он один. Их там далеко, да? Второй. А шкаф есть, чтобы тебя спрятать? Есть. Но вот этого некуда спрятать. Потом будет. Наверное, надо вот этого отравить. Того. Наверное, так. Ой, я тоже зеваю. Ужас. Он зевает, а я зеваю. Вот молодец, попил. Я же не хотел шуметь. Who could have done this? О, тут шкаф есть. Нормально, все, давай сюда в шкафчик, раз. Да-да, давай, читай. Interesting and very smart. The shapeshifter set up a meeting with this guy by saying he had some amber to sell. And this human fool's greed cost him his life. It's a popular technique used by assassins who want to get their target alone. It's time to check out the two lovebirds' meeting place. The message says the steam baths is the meeting place. Oh, you bad boy.
Куда? Ты сюда не ходи. Отсюда лучше. Так. О. Еще один лыцарь. Случиться. Ну вот как? Как ты мог, Стикс? Как пройти-то туда? Ну, так и будет там стоять все время. Это я уже испортил. Так она глухая, что ли, зараза, ну? А так? Вот, тварь, две бутылки на тебя потратил. Ну и ладно. Я и так как-нибудь пролезу. Не туда, туда. Туда, туда, туда. Your tongue is deceived. I'm broken.
Сюда. Я здесь уже был. Надо тут обыскать все и найти труп. Хорошо. Будем искать. Стикс помог Хелдрин попасть в святилище, раздобыв для него униформу эльфа-стража. Пока верховная жрица Лисрил готовится к презентации, Стикс должен разоблачить эльфа-оборотня Джарек, отыскав его среди четырех посланцев людей, обличие одного из которых он принял. На дипломатическую встречу прибыли представители двух людских кланов, книжников и сомов. Стикс должен обследовать святилище, чтобы найти улики, которые позволят ему разоблачить Джарека. Прекрасно. Ух ты какой, ремостик делает. Что-то здесь никого нет. Боюсь, он тебе уже ничего не расскажет, помочь тебе ничем не сможет. Ничего тебе не расскажет. Ой, там рыцарь стоит, мы туда не пойдем. Это была его последняя поза. Вам всем вручили по такому скипетру, но истинная сила находится в этом камне. Кварц. А взамен получаете золото. Если
если останешься здесь на месте, то скоро встанешь на колени перед людьми. Now it's your turn, Haledrin. Теперь твой ход, Haledrin. Sir, you are asked for outside. I'm busy. Сэр, вас там спрашивают. Я занят. It's important, это важно, Jarak. Этого ублюдочного оборотня обломали уже собственные сестренки. Вот что я люблю. Идя по каплям его крови, я смогу его выследить. И вытащу из него все, что он знает об источнике этого проклятого кварца. А потом он узнает, что бывает с теми, кто переходит дорогу Стиксу. Так. Иди по кровавому следу. Подожди, по-моему, я не в ту сторону сразу пошел. Да не, в ту. Иди по кровавому следу. Где кровавый след? Наверх идет, что ли? Да, вот он, кровавый след.
дальше куда? Эти эльфы тупые, как ракиш, если считаю, что запертая дверь остановит Джара, кого он туда зашел. Well, well. Так-так. I didn't think you'd follow me this far. Видишь, я знаю парочку трюков. Now, where's the quartz? Ты даже не представляешь, что ты влезался. You just tell me where the quartz is, or my knife gets into you. Fine. In the mines, in the subterranean levels of the supercast. Jara came this way. Thanks a lot. Bye-bye. Большое спасибо. Пока-пока. С милосердием у меня не складывается. Стикс удалось расквитаться с эльфом-оборотнем Джараком. Он не только выведал у него о происхождении кварца, но также украл подвеску с сущностью кварца, могущественной субстанции, открывающей возможности для развития новых способностей. Кварц может быть столь же полезен, сколь и опасен. Стикс в этом убедился, когда Лисер заставила Ракоша убить себя под воздействием скипетра с кварцем. Верховная жрица намеревается предоставить это оружие всем народам Империи, хорошо платить за поставку ей живых гоблинов. Эти темные эльфы действительно очень странные. Сейчас Стикс отправляется на встречу с Хеледрин, чтобы убедиться, что она не вернется в Тобин без него. Ну, хорошо. Well, this is good quartz, man. I'm gonna need a lot more of that.